Выезжаю из Мансура смотреть один очень древний храм. Храму около 800 лет. В храмах здесь обычно запрещено снимать на видео, поэтому посмотрим, как получится, не получится что-то снять. Будем пробовать. А это МКАД. Да, именно МКАД. Мальсурская кольцевая автодорога. Девочки идут и вдвоем одним платком накрываются, спасаясь от солнца. 35-36 градусов в эти дни днем в Мансуре. И это, естественно, зимний. Вот так выглядит индийская клубника. Внимание, козы идут стадом по встречке. А, это бараны. Но они все равно идут по встречке. Тут опасно. Прям под колеса бросаются. Шикарный звук. И посмотрите, как можно управлять этим звуком. Вот. Это звучит очень круто. Класс. How much it cost? This one? 5,800. 5,000. 5,800. 1,800. Опа, налили водички и успокоили чашу. Ух ты, вы видите, он создает вибрации вот этой штукой, которая у него в руке, и вода тоже вибрирует. Это невероятно круто. Вообще, при помощи этих чаш люди делают всякие практики, связанные с медитацией. This is a big one. Смотрится как волшебство. Ага. К
капли долетают до моей руки, которая держит камеру. Невероятно вообще. Невероятно. Очень много чаш. Чашу, конечно, хотелось бы взять в Москву. Every bank gives a different zone. Как только соберемся в Москву, если попадутся такие чаши, нужно будет взять. This is mixed with aluminium. Ну, very cool, very cool. Вот такой магазин, вот такой огромный Ганеша. Такая облагороженная территория перед храмом, подстриженная трава, видно, что поливают. Босиком идти по раскаленной плите, я вам скажу, такое себе удовольствие. Добро пожаловать в очень древнюю Индию. Мы в храме, которому около 800 лет. Посередине сам храм. А вокруг храма вот такая галерея. Храм этот называется Шри Ченнакешава Свами. И в 2023 году был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Водоотводы сделаны древние. Жаль, сегодня нет дождя. Интересно было бы посмотреть, как это все работает. Какая резьба! Представляете, как все это делалось? Очень много мастеров было задействовано при строительстве и декорировании этого храма. То есть вот это множество фигур, это разные мастера.
это Кришна с флейтой. Это еще какой-то бог, не знаю, какой именно. Но у него тут светло и просторно. Да, этот храм – произведение искусства.